ко всеобщему облегчению, они выбрались из зоны вылета. Но теперь, чтобы побороться за место в высшей лиге, придется играть буквально на пределе возможностей. Все готово к началу первого тайма. Поехали! От ворот будет мяч в игру. Суарес. Неплохой заброс вперед. Тут просто подарили мяч сопернику. Бардзали. Передача голкиперу, медленно развивается атака. Агуэро. Лам. Опасно! Чисто отобран мяч. Просто здорово сейчас защитник сыграл. Главное, без нарушений. Лам. Де Йонг. Удар. В штангу мяч угодил. Играй! Бардзали. Это штрафной удар. Судья показывает футболистам, что сегодня лучше правила не нарушать. Предупреждение. Спокойно выбивает мяч. Отличный удар. Удар заблокирован. Счет прежний. Свисток арбитра угловой. Прекрасный навес. Это пенальти. С пенальти все ясно, но почему игроку карточку не показали? Похоже, арбитр решил, что нарушение не было ни умышленным, ни грубым. Вот будь оно за пределами штрафной, тут, возможно, были бы варианты. Вообще, пробить пенальти и забить — разные вещи, но сейчас они совпали. Игрок вколачивает мяч от перекладины в ворота, всю душу вложил в этот удар. Да, пробил действительно очень сильно и точно. Тот редкий случай, когда предъявить претензии практически некому. Минимальное преимущество одной из команд к этому моменту. Мяч у соперника. Пас в штрафную. Вратарь намертво забирает мяч. Плохая передача. Еще бы ее не перехватили. Хорошая возможность доставить мяч в штрафную, а там уже побороться. Перехват в центральной зоне. Месси. Загружает мяч в штрафную площадь. Классный отбор. Можно играть.
Хумельс. Агуэро. Суарес. Агуэро. Забивать надо! На некоторое время обезопасил он свои ворота. Ждем угловой. Какой навес! Удар головой. И вратарь спокойно забирает мяч. Ну, будем откровенны, удар акцентированным и сильным не вышел, поэтому здесь голкипер сыграл просто уверенно и надежно. Посмотрим, кто из них сильнее физически и тактически. Вот это удар! Спас он свою команду от больших неприятностей сейчас. Ищут они разные варианты для атаки. В центральной зоне передачи должны быть точнее. Защитник перехватил. Какой хороший перехват. Прерывает опасную передачу защитника. Какой шанс. Де Йонг. И есть гол. Ничего себе, вот это пас. У него там система самонаведения, что ли, зашита в голове? Ну, это похоже на то. Форварду оставалось лишь замкнуть эту передачу, ну и, соответственно, попасть в створ. Счет 2-0, укрепила команда свое преимущество. Ну что, посмотрим, какой силы удар у этого вратаря. Мы еще раз видим взятие ворот. Месси. Серьезный перевес одной из команд после 45 минут игры 2-0.